организация концертов тематическими фотосъемками, тематическими видеосъемками, организация каких-то представлений. В данный момент, кроме постановки концертов, таких как «Бал вампиров», «Венецианский карнавал», я занимаюсь еще работой с очень перспективной моделью альтернативной. То есть люди пугаются или как? Нет, они не пугаются, это просто всегда очень необычно, очень ярко. Или бывает, едешь со съемок, и за твоей спиной люди шепчутся: «А что это, готы?» Вообще, самое посещаемое место из всех святынь Петербурга является Смоленское кладбище. Потому что на этом кладбище обрела вечное упокоение святая блаженная Ксения Петербургская. Она стала святой, она стала покровительницей нашего города. И на сегодняшний день эту святую блаженную Ксению знает весь православный мир. И не только с уголков нашей России, ближнего зарубежья, но и дальнего зарубежья приходят люди ежедневно, а в большие праздники, в ее дни памяти, народу очень много. Прямо от 17-й линии стоит народ, и вот таким потоком идут, чтобы посетить гробницу Ксении Блаженной, получить ее благословение, пообщаться с ней духовно, побеседовать с ней духовно. И многое получают по молитвам Ксении Блаженной. Я часто говорю о том, если бы Ксения Блаженная не помогала, то поток бы народный прекратился. Вот это почитание Ксении Блаженной, это роль церкви Смоленской, часовни Ксении Блаженной, она оставалась играть большую роль в жизни не только нашего города, но и всей нашей страны, нашей России православной и всего мира христианского. Время атеизма воинствующего закончилось. Сейчас для церкви благоприятное такое время. Она может осуществлять свое служение свободно, может говорить, может являть свой голос в Церковь Христова. И я знаю случаи, когда через детей взрослые родители принимали христианство, принимали православную веру, стали верующими людьми. Здесь Ксения Блаженная, она является и покровительницей студентов, и школьников, покровительница супружеских пар, семейных семей. И во многих сферах нашей жизни мы видим Ксению Блаженную как нашу молитвенницу, нашу покровительницу духовную. И вот возьмите, во времена атеистического такого движения, во времена безбожия, когда храмы закрывались у нас, кто спасал церковь? Женщины, бабушки наши. Они были малограмотными, да, они не разбирались во многих сферах там нашей научной жизни и прочее, но они верой сохраняли Церковь Божию, отстаивали церковь. Исторически здесь было три храма: Воскресенский, храм Смоленский, Животворящей Троицы и часовня Ксении Блаженной. И вот хочется все это восстановить, хочется все это реанимировать, и чтобы история восторжествовала, чтобы жизнь Церкви Христовой, она была полноценной, она была способной спасать народ Божий. Чтобы не потерять нам Россию, мы должны хранить ее. Добрый вечер. Кладбище – это кладбище. Ничего больше. А вот именно Смоленское кладбище, именно это кладбище, оно какое-то специальное? Да, вообще это считается самое известное место, где обитают российские готические персонажи, личности. Да. Готические личности. Это одно из самых красивых кладбищ. Как же чувствуете, оно тоже священно для вас? Или для вас это просто вот красивое место, где погулять?
Нет, здесь, конечно, царит совершенно потрясающая атмосфера, совершенно не похожа ни на что другое. Попадаешь. Это такая энергетика, ты как будто в другой мир попадаешь. В сотнях метров, да, уже как бы жизнь, город, магистрали, машины, здесь этого нет. Здесь тишина, птицы, растительность, здесь ближе к природе, ближе к вечности, очень красиво, спокойно. Конечно, кладбище красивое, но я не хочу прятаться за какой-то религией. Для меня это просто кладбище. А может быть, расскажете о своей собственной философии, если таковая имеется? Я верю в Бога и верю в себя.